Здоров! С вами я, Хризор, и это 20 фактов о порно. Погнали! Я единственный в огне, кто считает свои сны. Наиболее часто пользователи сети ищут порно с девушками-подростками и зрелыми женщинами. Средняя ставка актера-мужчины за съемку в одном фильме – $500. Если это гей-порно, то гонорар увеличивается до $1500. Прямо сейчас около 30 миллионов людей просматривают порно. Каждую секунду индустрия порно зарабатывает $3000. Только в США ролики с порнографическим содержанием появляются со средним интервалом в 39 минут. Ученые из Университета Монреаля не смогли провести исследования с людьми, которые не смотрят порно, так как не сумели найти таких людей. Для повышения сексуального влечения панд зоологи сняли специальное видео с порно. 35% всех файлов, скачанных в сети, это порно. Большинство порносайтов, бесплатных и платных, выкладывают у себя видео и клипы, которые они приобрели у других сайтов. Лишь у небольшого процента порносайтов на самом деле есть оригинальные материалы. Статистика поисковых запросов по порно в России такова. На первом месте русское порно, на втором анал, на третьем подростки, на четвертом милф, на пятом та самая Саша Грей. В США смотрят меньше всего порно на День Благодарения, а больше всего порно во всем мире смотрят по воскресеньям. В Южной Корее для просмотра порно онлайн надо вести номер своей социальной страховки. В Северной Корее наказанием за просмотр порно является смертная казнь. Исследование Монреальского университета показало, что большинство представителей сильного пола впервые смотрят порно в возрасте 10 лет. США – главный производитель порнографических DVD и веб-материалов. Германия, как это ни странно, лишь на втором месте. 20% американцев признались, что просматривают порно на работе. При просмотре порно мужчины уделяют особое внимание выражению лица женщины. Если вы видите на высококачественной фотографии красотку со спермой на лице, то в 99% случаев это йогурт, пинаколада или жидкое мыло. Мужчины-актеры, большинство из них натуралы, но со временем им банально надоедают женщины. Они начинают работать с трансами, потом уже и с другими мужчинами, и все для того, чтобы разнообразить сексуальную жизнь. Многие из таких актеров попадают в гей-порно и уже не возвращаются. Несколько недавних исследований показали, что подростки со всего мира используют порно, чтобы узнать о сексе больше. Ну, в общем, это все, это, в принципе, все факты, которые я сумел найти. Некоторые, конечно, я не брал, которые мне показались не особо интересными. Ну, в общем, напоследок еще хочу сказать, что мы приближаемся к главному видео, это 100 фактов о сексе, которое завершит первую стадию. И, в принципе, все. Следующее видео, наверное, будет ремейк. Да, ремейк. Так, ну, в принципе, все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.